Экспедиционный корпус под руководством ученого Мальцева Олега Викторовича исследовал также город Хайденберг, Германии. Одним из наблюдений было то, что этот город очень похож на вторую Венецию. Каким образом Хайденберг может быть связан с Венецией? Символ Венеции был найден, опять же, на территории Хайдельбергского университета, а именно на втором этаже его музея, действующего университета, актового зала, который очень похож на синагогу. Именно в этом актовом зале, он роскошный просто, там очень красивый, конечно, висит прямо сбоку, с правой стороны, венецианский лев с книгой. Дальше впечатлило, конечно же, следующее подтверждение у Венеции.